Дисциплинарное взыскание получила педагог 153-й школы Красноярска. Она не позвонила родителям ученика, когда обнаружила у него на голове травмы. Напомню, 2 недели назад пятиклассник после уроков пришел домой с разбитым носом и ушибами головы. Отец мальчика предположил, что между учениками произошла драка и решил сам разобраться в ситуации. Но педагоги школы не пошли ему навстречу, видеозаписи с камер наблюдения, которые установлены в коридорах, не показали. А все разговоры с преподавательским составом заканчивались скандалами. Сейчас в школе закончили внутреннюю проверку. Ребенок получил ссадины, когда запнулся и ударился о порожек двери школьного кабинета. С жалобами к педагогам он не обращался. Классный руководитель на 5-м уроке обратила внимание на ушибы и договорилась с ребенком после урока пойти к медработнику. Но ученик после урока ушел домой. Педагог была обязана сообщить родителям о случившемся, но этого не сделала. Она получила дисциплинарное взыскание.